Еще раз всем здравствуйте. Мы продолжаем наш видеорепортаж из города Пловдива. Старый город. Мы входим в старый город и давайте немножко посмотрим. Не знаю, насколько хватит времени моего аккумулятора на видеокамере, потому что мы много чего снимали. Но вот, вашему вниманию представлен Old Town или Старый Град на болгарском. На болгарском языке так говорится. Вы смотрите «Планета Дзюдо». Мы входим в старый город, и первое, что нам встречается, это здание, на котором висят два флага, болгарский и армянский. И посмотрим, что же это такое за здание. Здесь у нас К. Азарян. Кто это такой? Сейчас мы с вами узнаем. Вот здесь написано. Это какой-то, наверное, ученый или поэт. Можно будет проверить в Википедии. А, профессор Крикор Азарян. Итак, мы поднимаемся. Вот нас встречает староградская кошка. Она живет очень давно здесь уже, со времен Римской империи. Шалом! Манишма. Котелок это еще. О, а вот эти кошки. Вот такие старые улочки старого города Пловдивского. Я первый раз иду по этим улицам, поэтому много чего не могу рассказывать. Здесь, видимо, какой-то... А, галерея. Улица Амуртаг. Немножко вид сверху. Зачем? Оно улетело. Смотри, что это. Что? А? Собери. Ну? Так, я вижу, что скоро аккумулятор у нас закроется, но мы хоть немножко вот покажем вам старый город Пловдив. Возможно, у нас будет еще один приезд сюда, где мы сможем побольше снять видео. Такие улочки. Ну, вообще-то, многие города, которые входили, так сказать, в круг влияния Римской империи и греческой эпохи, они все между собой
похожи и строения, и улицы с какими-то маленькими нюансами. Много чего уже отреставрировано в этом старом городе, поэтому пока вот я не вижу таких совсем очень старинных построек. Ну, может быть, кроме вот этого забора с дверью. Вот. Мы идем, скорее всего, вот это уже туда больше, к центру, вход в центр старого города. Улочки, и много похоже таких улиц есть и в Италии, и в Греции, в Испании, в Португалии и так далее, в Франции, и даже, я скажу вам, в Израиле тоже много таких улиц. Вот, а вот это вот, смотрите, здание первой болгарской гимназии, 1868 год. Идет реконструкция. Ну, вот скоро уже вообще наш аккумулятор прекратит функционировать. Ну, что успели, то сняли.